накличка. Там что-то Это плохо красный, или зеленый. хорошо? Нет, я хотела бы, чтобы у Тима была розовая накличка. Зачем? Наш меняется, по-моему, каждую катку. Нет. Каждый? По-моему, каждый Нет. лобби. Там... Датчик движения, сбежать и благовоние возле призрака. Что сперли? Baby girl, baby girl, baby не зеркало. It's no card, no cash. А призрачные в ливинге. Окс, это не доска, не круг, можно в подвале спрятаться. А. Это не рукавуха. Извентиляюсь сильно. Это кукла. Швуду. Швуду? Скажи. Да. А, здесь спрятаться нельзя, ладно. Чё тут? Опа, лазерный свой! Чего? Лазерный был. Лазерный был, да. О, призрачный лазерный получается. Щелк... Банши, Юрей, Юкайта, Ерадзю. Может еще будет? Хочу щелкнуть. Я добавлю еще. Рука на готове. Самая быстрая рука на Диком Западе. Правая или левая? Правая кнопка мыши. Ну, смотря кто ты, левша или прав. Сейф. Деньги нужны. Конечно. Мне нужен один снимок. А где Больше кость? Я нашел кость. Фоткал? Я Нет, думаю. Не сфоткал. За черный квадрат Малевич. Как это не сфоткало? Не сфоткало. В коридоре шкафчик есть, и в синей комнате шкафчик есть. Охренеть, я прям в упор сфоткал. Дальше движение сработало, осталось сбежать и благовоние. Я возьму прям всех случаев благовоние, не хочу умирать больше. А я возьму на всех случаев сбежать. Правильно, кресты вы не любите, я так понимаю, да? А нам атака нужна. А, ну ладно. Когда похожу с видеокамеры. Вот. Всего одну лазерку дайте. Ноуп. Ик. Оп, да, блин. А чё он так быстро попал? Давай я тоже буду фоткать. 4 камеры, она стесняется. У кого 4 камеры? А, 3. Ну, камера Криста и там видеокамера. Направо или на левую кнопку? Опа, пошла. Вот кого. Должна была. Вот теперь всю комнату захватывать. Призрак наступил в соль. Зачем? Еще пазырку он наступил. Да сфоткай! Соль. Мы нашли куклу, призрак разозлился. Призрак наступил в соль. Что ты делаешь, получается, это кто? На соли посчитать. Это Антон. Да. Но есть уже предположение, что это не рейд. Гост был мимолетный. Что это было? Взаимодействие две звезды. Пока рука быстрее. А где соль наступил, кстати, вы не видели? Вот тут. Самое сердце поражение. Он нас всех и прихлопнет. Ну, кстати, я лазерку не вижу. Да где? Может быть, Тиме показалось? Кстати. Бля. Да не, вроде летел. Зашла с направленным в дом и сразу ответ получила.
Еще раз. Не верю. Ё-моё, он во мне прилетел. Верю. Минус два. Он, появился он во мне прямо. На Рейзио похож, такой быстренький. У нас еще Тае есть. Но мы достаточно, мне кажется, сходили с ним. Ну ладно, два призрака у нас остается. Это выжимаемость упала. Быстренький он какой-то. Но он все время там ошивается, он вообще никак не замедляется. Хотя, помнишь, Крис, на тюрьме Райдзю через этаж чувствовал фонарик? Нет, замедлялся. Райдзю. Ценой двух жизней мы определили этого призрака. Все? Нет. А нет, не все. Нет, еще. Это ж кошмар. Нет, я помню, но... Мы продлили атаку, да, бесплатно. Без регистрации СВС. Спасибо, Стим. Все, закончилось? Нет еще? Да. Бай. Но мы не выполнили задание одно. Такое. Сбежать. Ну... Да, кто-то умер. Два. Давай я тогда брошу кресты, возьму благовоние. Так нам атака, наоборот, нужна. Зачем кресты? Сброшу, говорю, сброшу кресты. А, Крис, no, God, please, no. Я живая. Мое благовоние забрал. Сожженное. Неадекватный призрак. Все, сбежала. Уходи. Давай. Изи. Прям. Поехали. Радио подставили? Да. Да. Но это было изи. Да, не почувствовал боли. Господи, рекомендации Ютуба. Вас просто задушили. Как чаечку. Ну а на сегодня мы будем заканчивать. Пиши свое мнение в комментариях. Мне оно действительно важно. Подписывайся и ставь лайки. Увидимся с тобой в группе ВК, в телеграм-канале. Все ссылочки в описании и шапки профиля. Переходи, подписывайся и там. И до новых встреч. Пока-пока.